Всем привет, хорошего настроения. Сегодня получила и распаковала еще одну посылку и, честно сказать, расстроилась. Может, конечно, я преувеличиваю или просто мои ожидания были гораздо более интересные, более высокие, чем пришло на самом деле. Так, начнем тогда вот с маленькой Ренантеры. Это Ренантера Цитрина, но она так и должна быть небольшой, заявленный у нее размер 2 года до цветения, но она сама по себе небольшая, не крупная, и растюшка соответствует как бы заявленному размеру и качеству. Вот такая Ренантера Цитрина. Дальше у нас идет Дендробиум Мунификум, который был заявлен размера С. И, конечно, это не размер С, потому что у меня есть взрослый мунификум. И как бы я представляю, что такое бульбы и размер С у мунификума. Вот. Само растение пришло хорошего качества, но не тянет на тот размер, что был заявлен. Хорошие листья, хорошие бульбочки, но размеры далеко не С. Так, Катлея Рекс пришла, соответствует и ожиданиям, и заявленным размеру и качеству, и все у нее в порядке. У нее много живых рабочих корней, я уже пощупала, посмотрела. То есть хорошее растение. 2 года до цветения. Так, дальше у нас идет Ренантера. Гибрид двух Ренантер. Так, сейчас скажу. Ренантера Монархика на Ренантера Вьетнаменсис. Вот. У нее так. Вот так она выглядит. В таком сетчатом горшочке. Корни хорошие. Само растение нормальное, но, возможно, не размера цветения, чуть меньше. Жалко, листочек попорченный. И маленькая такая куцая деточка, которая пока без корней и в таком жалком, усушенном немножечко состоянии. Но отопьется и должна либо будет развиваться, либо также останется вот такой неразвитой. Потому что дорога, конечно, дает о себе знать. Очень интересный дендробиум, который я увидела, как цветет, и его цветы меня покорили. Так, и называется он у нас на втором листе. Это дендробиум фаленопсис с потрясающими огромными цветами. Цветы действительно огромные, потому что этот дендробиум цветет, отцвел, может быть, уже у одной девушки моей знакомой. И цветение просто потрясающее. Цветок огромный, цвет потрясающий, такой пурпурный, с какими-то там всплесками, переходами, и впечатлил именно сам размер цветка. Он просто огромный. Называется он Dragon King Variegata. Вот. Хорошее растение, хорошие бульбы, новый ростик. Посмотрите, как он цветет, да, в интернете. Посмотрите цветение. Если кому-то нравится дендробиум фаленопсис, вот потрясающий. Стоящий того, чтобы его заказать. К его цветению, мне кажется, невозможно остаться равнодушным, потому что оно действительно очень красивое. Так, дальше у нас пришла Гангора от Нардота Капелла, которая меня и расстроила. Наверное, из-за нее
все впечатление от посылки у меня и упало, потому что было заявлено размеры цветения взрослой гангоры. А пришла еле-еле на размер Б, сильно-сильно усушенная, просто даже критично, я бы сказала, усушенная. Называется она гангора униколор. У нее очень красивые цветы и очень красивые ребристые бульбы. Широкие шикарные листья, когда она уже взрослая. Посмотрите тоже цветение в интернете. Если кому-то нравятся стангопейные гангоры, вот тоже стоящие гангоры, внимание. Цветы у нее такие розово-красные. Их много, они не тоненькие. Сам цветонос достаточно такой интересный. Много цветков на цветоносе, и она не жиденькая. Просто очень многие гангоры, у них тонкий цветонос и такие, как сказать, драненькие цветочки. Да, они красивые, но они мелкие. Вот у этой гангоры очень красивое цветение. И само растение в хорошем здоровом виде очень красиво выглядит. Сейчас еще раз скажу, как она называется. Это у нас, да, гангора униколор. И вот еще одно растение, которое меня расстроило. Это у нас Gramophyllum scriptum himanum. Когда ищешь это растение в интернете, высвечивается цветение Gramophyllum scriptum citrinum. И я никак не могла понять, возможно, это одно и то же растение, может быть, переименованное. Это граматофилум, который цветет желто-зелеными цветами. И он достаточно компактный по сравнению с другими граматофилумами. И я его давно хотела. Растение заявленный размер подтверждает, но качество, конечно, оставляет желать лучшего. Листики были сверху обморожены. Совсем уже... То есть что-то я пообдирала, что-то я пообстригла. Немножечко, конечно, расстроило качество растения. Но, в принципе, граматофилум, они быстренько дают новые росты и хорошо растут. Поэтому надеюсь, что растение быстро адаптируется и нарастит мне новые бульбочки. Ну вот и вся посылочка. Немножечко, конечно, такой грустный оттенок впечатлений остался, потому что все растения немного не соответствуют заявленному размеру. Вот, а так, в принципе, как бы все пришло, что я хотела. Будем растить, выхаживать. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.